Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы поговорить о двух очень важных для меня методиках. А именно, это методики, направленные на оценки депрессивного состояния. Фактически, пользоваться в Российской Федерации надежными методиками являются методика депрессия Бека, вот здесь вот эта папочка, и оценка депрессивных состояний Жмурова. Обе эти методики абсолютно работоспособны. Существует еще несколько, может быть, 5 или 6 методик, которыми потенциально можно пользоваться, но мы в своей лаборатории пользуемся исключительно вот этими двумя. Они нами проверены, надежны и валидны на российской популяции. Тут вообще вопросов не возникает по методике Жмурова, и методика Бека не менее эффективна. Интересно то, что каждый из этих методик в той или иной степени, в какой-то Жмуров меньше, в меньшей степени, Бек в большей степени, они созданы на основе одной единственной методики. То есть в основе основ теории этих методик лежит ММПИ, Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Соответственно, давайте я вам покажу, значит, методику Бека. Так выглядит ее стимульный материал. Вот таким вот образом. Это готовый файл, который мы поставляем. Это стимульный материал опросника Бека. Депрессивная оценка депрессивных состояний по Беку. Методика абсолютно работоспособная, а самое главное, специалисты должны понимать, что пользоваться ей может при общей сохранности человек полностью самостоятельно. То есть по-хорошему, если человек к вам обращается на консультацию или еще где-то в клинике, медицинские психологи проверяют все это, как правило, да, то есть человек может сам, имея такой материал, стимульный материал и несложные, в общем-то, формулы расчета, он может сам проверять себя периодически. То есть если он вменяем, у него достаточная степень критики, он может, как знаете, делают там тонометр, да, то есть утром встал, посмотрел у себя давление, днем посмотрел у себя давление. Никаких ограничений, в общем-то, нет. Человек может пользоваться ими как в течение одного дня, так и на протяжении, допустим, какого-то срока, предположим, ежедневно сам себя оценивая, или же, допустим, там через 2-3 дня оценивая свою динамику, своего состояния, если он находится в достаточной степени критики, то есть адекватно оценивает, хочет помочь самому себе. Он может прямо садиться, и можно на это его настроить, то есть дать ему эти ключи, дать ему саму методику, дать ему ключи, и, соответственно, пускай он проверяет свое состояние, состояние своего эмоционального волевого фона, сниженное ли у него настроение, неплохой ли у него сон, теряет ли он в весе и так далее. Одним словом, все те симптомы, которые сопровождают депрессивное состояние, выраженность этого депрессивного состояния, и прямо обучить его рассчитывать это состояние по несложной формуле. То есть человек каждое утро, допустим, встает ежедневно, заполняет небольшой стимульный опросный лист и, соответственно, подсчитывает, получает результаты, может видеть динамику, лучше или хуже у него стало. То есть в течение, допустим, ежедневно или там через каждые 2-3 дня человек может оценивать свое состояние. Давайте я вам покажу методику Жмурова. Она еще более, на мой взгляд, эффективна. Опросник Бека работает 100%, и, соответственно, работает и методика по оценке депрессивного ОДС по Жмурову, так называемая. То есть 44 группы, в каждой из них от 0 до 4 утверждений, и, соответственно, человек оценивает себя ежедневно. Тот же самый подход, то есть раз в день, раз два в три дня человек может оценить свое состояние, и это полезно. Это даже в некотором смысле служит таким стимулирующим материалом к тому, чтобы человек четко понимал, что с ним происходит, и мог корректировать, самостоятельно корректировать свое поведение, свои оценки, свое отношение к реальной действительности, и тем самым помогать себе. То есть тут присутствует вариант так называемого называемой психокоррекции, то есть человек помогает сам себе. Вот таким вот образом, вот такие вот методики. Их можно применять, их нужно применять. Как видите, в этой папочке у нас еще
Торонская алекситимическая шкала, оценка алекситимии, но это совсем другой разговор, и так далее. Но останавливаю ваше внимание на оценке депрессии Жмурова и Бека. Пользуйтесь, дорогие коллеги, ищите где-то в интернете, приобретайте ли у нас эти методики с ключами, с грамотным, правильным стимульным материалом и, соответственно, применяйте их в своей работе. И, соответственно, предлагайте своим пациентам, своим клиентам, то есть если где-то это в клинике происходит, вызывайте через каждые 2-3 дня и проводите вот такую оценку. Человек адекватный, даст вам точную информацию, лучше ему стало, хуже ли ему стало, если тем более проводится еще какая-то медикаментозная терапия, врачи-психиатры что-то ему предлагают, какие-то лекарственные средства, таблетки и так далее. А вы, как психолог, как медицинский психолог, можете это все отслеживать и, соответственно, помогать в лечебном процессе своим коллегам, психиатрам, психотерапевтам. Вот на этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Благодарю вас за внимание и удачи вам!